еще раз повторю, не страшно. Значит, к вопросу о корнях. Что такое ты имеешь здесь на этом канале? И, в общем, об этом обо всем. Группа Rolling Stones. Естественно, кому как не мне копаться в себе, копаться в истоках, в причинах и так далее. Я вообще являюсь консерватором, естественно. Так же, кстати говоря, как и большинство из нас. Я придерживаюсь исключительно одних и тех же музыкальных вкусов всю свою жизнь. И это, в общем-то, еще глубже, потому что, как я уже говорил, в двухлетнем возрасте у меня брат все время слушал музыку, мама слушала, все слушали музыку, и не только рок-н-ролл, и рок-н-ролл разных видов. И я обратил внимание, в 2 года именно на Rolling Stones. Это не по той причине, что Rolling Stones произвели именно на меня такое впечатление. Это по причине родственности. Rolling Stones — это априори просто родственная мне душа. Это просто мое от рождения. И Rolling Stones — это глубоко, понимаешь? Это коренная блюзовая группа. Абсолютно. Напрямую являющиеся, собственно говоря, старыми американскими блюзменами. Это «Воющий волк», «Набери», кстати говоря, послушаешь, не пожалеешь, абсолютно. «Воющий волк», «Muddy Waters», понимаешь? И они с ними познакомились вживую, со всеми. То есть Rolling Stones — это корневая группа. И, в принципе, вот еще раз говорю, что суть канала, моя суть, суть моей жизни, причины всего в моей жизни, в принципе, это Rolling Stones. Да, это понтяра, да, это мачизм своего рода, да, это безделье. Но при этом это, еще раз говорю, это уходит своими корнями в корневой американский блюз. А корневой американский блюз, еще раз вам говорю, ребят, появился из полной безнадеги, из полной. Понимаешь, это... Его придумали рабы на плантации. Уж придумали, он родился. То есть это не то, что у нас с вами сейчас нет перспектив. Это реально нет перспектив. Ты раб, у тебя нету никакой свободы и никогда не будет. Поэтому, друг мой, вот так. Ну, конечно, мне еще надо будет с братом по этому поводу посоветоваться. Может быть, я что-то и вру. Но, знаешь, когда я послушал, по-моему, с 41-го года запись на плантации Muddy Waters, когда его вот только нашли, прям там шаги по деревянной веранде, как он играет один под гитару, вот этот великий корневой блюзмен, это уже рок-н-ролл, понимаешь? То есть... Вот все таким образом. Поэтому, в принципе, это, ну, это интересная культура. Это, безусловно, не российская, не русская, не славянская. Вот не, это не местная. Поэтому я всегда чувствую здесь себя иностранцем. А рок-н-ролл — это не российская вообще. То есть рок-н-ролл — это... Ну, Британия, Америка, просто Британия, она нам на британской почве он расцвел такими уникальными цветками, как Beatles. Те же Rolling Stones — это тоже Британия. Led Zeppelin, понимаешь, The Who, вот. Это тоже рок-н-ролл, он тоже корневой, но на британской почве он вот именно расцвел такими вот уникальными цветами, да. Вот так. Поэтому. Ну вот, ладно, чё. Я желаю хорошего дня. Я уже буду публиковать вечером. И, в общем, будем держаться курса. Я каждодневно определяю свой курс. Каждодневно это, как бы сказать, именно не то, что сверяю часы, но смотрю на космический компас, скажем так, и мониторю самого себя и
держусь логики. Логика, ребята, в наше время абсолютно не в фаворе.